Здравствуйте, друзья. Очередной раз мы тут зашли в столовку небольшую, в ресторанчик. Вы, наверное, видите, за моей спиной там океан. Вот Светлана ведет съемку. За ее спиной то же самое. Мы находимся на пирсе. И я вам покажу, чем кормят в этом месте. Мы любим этот ресторан, мы частенько сюда заходим, а у нас сейчас вот там друзья и гости, и вот мы будем вести репортаж. Спасибо. На столе, как вы видите, тут соль, перчик, всякие приятные вещи, там и сахарок, и кетчуп. Вот у нас меню. Вы можете так, кому интересно, посмотреть. Я пытаюсь медленно проводить. Я не думаю, что вам как бы принципиально там, что оно и почем, но вот такой неплохой на самом деле ассортимент для такого приморского местечка. Так, Лёва, скажи, что это за тарелка у тебя? Тарелка белая, чистая, так. С супом, называется Clam Chowder. Clam Chowder, New England style. New England. Okay, then, if you... То, что вы видите у меня, друзья, это поменьше, да? То есть у Лёвы это bowl, а у меня cup. Вот этот cup, это тоже Clam Chowder, но это Manhattan style. Не во всех ресторанах, но вот здесь конкретно, значит, это можно попросить, и вам принесут. По умолчанию принесут не England, беленький. Вот. А сейчас вот такой, например, вот мы видим у Светланы, мы видим такой классический New England style. Так. Когда вы, друзья, доберетесь до Manhattan style Clam Chowder, возьмите лимончик, так, и туда немножко лимончика. Не безумно много. Вот. И туда же вот еще вот этого. Буквально пару капелек. Вот пару капелек, больше не надо. Это нам на двоих. Он очень острый, да. Он очень острый. Давайте я с этой стороны покажу. Это табаско. Вот пару капелек и все. Здесь, друзья, мы видим то, что называется fish and chips. Это картошечка с рыбкой. Это вот у меня. Дальше мы двигаемся к Светлане. Света? У меня называется кальмари стейк. Это стейк из кальмара. То есть отбивная из кальмара. Да, вот ее кусочек тут виден. Да, так да, в основном да. Грибами с грибочками. Угу. Хорошо. Ну, зачем теперь? Так. А, у тебя такой. Так, а у тебя краб-кейк. Ой, какая красивая. Краб-кейк. Это трогательно. А вот Леве принесли салмон. И как по-русски? Лосось. Слушай, это масло какое-то у тебя тут, да? С я думаю, с этим, чесноком. Это масло с чесноком. Так. А туда макать. У наших гостей из Канады. Так. Кто еще чесноком? Что это, ребята? Это... Снаппер. Red snapper. Окунь морской. Так. И салат, и тоже... Да, салатик из чего? А это овощной? Обычный, да. Овощной. Да. Понимаю. Да. Так, ну что же, помолясь. А у тебя? Приступаем.